Ну, в общем, никаких изменений. Время здесь застыло. И я сейчас вот приближаюсь к управлению по конвоированию УФСИН по Забайкальскому краю. В общем-то, в этом подразделении я числился. Вот, наша редакция была приписана к управлению по конвоированию. Вот, как ни странно. Ну, там, в результате всяких оргштатных мероприятий. И впереди вот зеленая, видите, такая зеленая, это лечебное исправительное учреждение ЛИУ-4, колония, зона. В Забайкалье, ну, в самой Чите, их три. Это исправительная колония номер 5, она же областная больница для осужденных. Колония общего режима номер 3 на Грессе, поселок такой, ну там не сам Гресс, рядом с ним. Вот, колония номер 4, вот это вот лечебная, и есть еще следственный изолятор, который расположен на Ингодинской улице.